Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! Доработал я свой краник, укреплял я стрелу. Пришлось укреплять низ, потому как грузила комбайн на коробку. И погнулся. Все-таки проварил я весь низ полностью. Все. Сделал косынки, усилил, распорки сделал. Сейчас протестируем на мотоблоке. Вес у нас получается с колесами 80 килограмм. Я уже загрузил его, сейчас покажу вам выгрузку. Стало вообще легко и быстро. Вот, хайджеком получается я прицеп выровнял, сделал как подпорку. Прицеп у нас висит. Вот. Нагрузку держит. Ну, 80 килограмм это не вес. Выжал коробку, она больше 150. Вот она у меня есть. Заходите на канал по копу, там ролики про нее будет скоро. Когда я нашел, хорошая деталька, весит намного больше мотоблока.